ДТП с участием несовершеннолетних произошло накануне в селе Ламтука Мегино-Кангаласского района. 12-летний школьник на мопеде «Альфа» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с идущим во встречном направлении мотоциклом «Одинарка», за рулем которого находился 20-летний местный житель. В результате чего обоих участников ДТП госпитализировали. В момент происшествия мотоциклисты ехали без шлема. В результате происшествия несовершеннолетний поступил в реанимационное отделение Майнской центральной больницы. По факту данного ДТП ответственности будут привлечены не только виновники ДТП, но и законные представители 12-летнего школьника, допустившие управление несовершеннолетним мокиком.